Всем приветики! Сегодня я решил познакомить вас со своим додзи. То есть это такая клановая станция, на которой мы сейчас находимся. И получается, это главная комната. Находясь на этой станции, можно нажать на клавишу M. И вообще в любом месте в игре, кроме своего корабля, конечно. И это откроет нам карту. И на карте можно посмотреть, где мы находимся. Белый курсор — это мы. А синие точки — это... Они, их, кстати, недавно добавили. Это те места, которые здесь есть. То есть лаборатории, всякие хранилища. И вот, получается, это главный зал. Основной, в котором появляется игрок. То есть сначала строится маленький зал, потом больше, и с каждой новой постройкой зала, ну как бы главного зала, ты появляешься в следующем. Это последний зал, поэтому мы здесь появляемся. По бокам у нас находятся лаборатории. Все лаборатории, которые есть. Это лаборатория ТМ. Здесь всякие чертежи хранятся внутри. Их можно скопировать себе, собрать всякие оружия. Тут у нас исследуются цвета. Я сделал здесь себе такую дорожку красивую. Правда, я еще не доделал. Она идет прямо к двери. Вокруг нее травка, деревья, растут кустики. Сама длинная дорожка освещается фонарями, и здесь бабочки летают. Такой, хочется такой уют в клане создать. Тут такой сидит, типа, божок маленький, статуи. Везде по кругу комнаты. Это наши трофеи, добытые на разных миссиях. Ну, тут я уже пробовал новое украшение добавить, что-то такое. Это вот только что ивент, который закончился, с него такие два стража охраняют пункт, в который все сдают ресурс, ну не все, а те, кто желает. Это обменный пункт, здесь можно обменяться с другими игроками чем-нибудь. Лавочка есть. Здесь такие же трофеи, как там. Вот наверху больше ничего нету. Есть у нас драконы такие. И флаги. На флагах знак Лотос. Своей эмблемки у нас пока еще нету. Есть телепорт. А начиналось все, вот если пройти по карте. Это был предыдущий зал. Здесь ничего нету с этой стороны. Это получается оракул. Он нужен для открытия лаборатории Аракин. Я хотел сказать Тена. Лаборатория Аракин есть, но она пока что не задействована, потому что монорельсы. Они в данный момент не активны. Они построены, но в игре они пока что не активны. Когда-нибудь их вернут, но это уже совсем другая история. Здесь игроки дерутся между собой, проводят дуэли. До этого был предыдущий зал, в котором тоже стоит торговый пост. И львы такие охраняют вот эти вот камушки. Монолиты. Как в агентах щита, такие монолиты. Только там они прямоугольные. До этого зала был такой зал. Но я в них ничего не строил, потому что я знал, что скоро когда-нибудь я дойду до самого последнего зала и там все буду строить. Так я и сделал. А это самый начальный зал. Ну, в общем, залы, они постепенно возрастают в размере и в объеме. Ну, а здесь ничего нету, кроме батарей. Это то, что как бы дает энергию для всей этой космической станции. Потому что без энергии ничего работать не будет. И вот здесь видно по карте, что
Здесь все комнаты одинаковые, это все как бы такие энергетические блоки. Вот. Вот он первый зал. Самый начальный, потом ты строишь второй зал побольше. Уже в нем появляешься, потом еще один побольше, и уже в нем появляешься. Ну а потом самый главный зал, но это еще не главное, это перед самым главным. И вот самый главный. В нем я все и разместил. И цвет, кстати, изменил. Здесь такой обычный серый, а здесь он такой вот бежевый. Если пробежаться дальше, то можно увидеть флаги, по-моему, здесь были стандартно. Здесь фигурка Локи большая. Кстати, красиво выглядит. На него телепорт есть. В эту сторону у нас идет. Здесь такие драконы как бы стоят. Показывают, что типа здесь соперничество между друг другом. И здесь у нас полоса препятствий. Топ кланов. Вот как они за секунды проходят. Явно баги юзают. В клане никто у нас этим не занимается. Никому нету. Нет, ни у кого нет времени. Все что-то выбивают, все что-то фармят. Вот такая вот огромная полоса препятствий. Потом тут у нас обсерватория. Здесь такие два деревца светящиеся стоят. Указывая на то, что здесь что-то такое интересное. Ну и вот сама лаборатория. Что это такое? А, здесь арсенал можно посмотреть. Раньше этого не было. И можно сесть. Полюбоваться космосом. Красиво. Нужно пробежаться, посмотреть, что там вообще делается. Но в реале, я думаю, никто бы не рискнул стоять так вот на стекле, а вдруг оно лопнет, и ты улетишь просто куда-то в бездну. Ну, в общем, красиво. Можно понаблюдать за поясом астероидов. Так красиво передвигается. На фоне Марса, по-моему. Млечный путь. Красотища. Ну а здесь планеты. Вот они все планеты. Солнце, Земля, ну в общем Солнечная система. Я еще здесь сделал специальную платформу для наблюдения. Планеты тоже кружатся потиху. Ну здесь в общем такое место для релаксации. Ну и последнее место, которое есть в додзе, это, я думаю, уже понятно, что это по деревьям. Это, конечно же, наши, я их назвал, сады. Здесь тоже можно релаксировать. Деревья, водичка, все такое. Где-то жабы слышно, квакают. Рыбки плавают. Довольно-таки интересное место. Есть большие комнаты такие, а есть маленькие. Но они все вот сообщаются между собой, и в каждой из них можно побывать, посмотреть. Здесь вообще красиво такое. Прям место для встречи, что-то такое романтическое. А в этой комнате просто... просто такое болотце. Но я их так соединял, пытался соединить вот первые четыре комнаты по правому краю, а не вот все в виде болот. То есть, чтобы оно как-то так вот логично было. Здесь вот тоже болото. И в следующей комнате тоже болото. Здесь много такого вот плана комнат. И даже отсюда можно наблюдать космос. Тот же Марс.
Тот же пояс астероидов. Ну, довольно-таки красиво. На самом-то деле. И что мы видим тут? Здесь уже немножко другая комната. Немножко посолиднее какие-то. Прямо такие уже выращиваются здесь. Какие-то специальные растения. Для них стенды специально есть. Но все равно есть такие вот... Я не помню, как их правильно называются. Вот эти вот... кувшинки, или как они там правильно. Лопушки эти. Ну, а здесь уже земля пошла такая красненькая. С дорожками. Ручеек. Закончились уже эти наши болота. И вот оно так логично, ну то есть как бы продолжает друг друга. Одна комната в другую приходит. Здесь такой типа источник испаряется. Такое все интересно и красиво. И вот водопад, из которого вода идет. Казалось бы, откуда она берется? А вот откуда. Есть водопад. Здесь этот лев. Уже немножко заросший такой. А это, кстати, цветок, который где-то мы сканировали на какой-то из миссий. Ну, в общем, прикольно, можно здесь реально релаксировать как-то. Здесь уже песочек. Здесь тоже продолжается песочек. Ну, то есть я пытался сделать так все, чтобы все было как бы взаимосвязано. То есть одна комната продолжала другую. Сюда так в эту расщелину должна уходить вода. Приходит она из других комнат. Видно даже течение такое, что оттуда она идет. Ну, красиво, в общем, так вот. А в предыдущей комнате у нас что? Да, здесь мы были. Ну и вот телепорт. Единственное, что не показал, это телепорты, как пользоваться телепортами. Становимся на транспортер и выбираем, куда хотим переместиться. Технические отсеки-то у меня, где были элементы питания. Перекресток это где Локи был и главный зал. И вот мы уже здесь. Вот такой мой клан. Весь, целиком, полностью, вроде все просто, но со вкусом. Как-то так все у меня выглядит. Надеюсь, вам было интересно. На этом все. Всем покедова.